Всем привет! Меня зовут Элен. И сегодня я предлагаю вам собраться со мной. Мой день начинается не сразу. В жизни я люблю три вещи. В заимке, маленькую морковку и валяться в постели. Как только я просыпаюсь, сразу же захожу в Инстаграм. Инстаграм – это моя жизнь. Там есть все, что мне нужно, чтобы быть в теме. Я листаю фоточки пару часов. А чем я хуже? Решаю сделать утреннее селфи. Ведь я просыпаюсь уже красивой, и пусть весь мир знает об этом. Девочки, я от природы красивая, мне не нужна косметика и фильтры. Если чё, это мой натуральный цвет губ. Пожалуй, вставлю этот кадр, чтобы все знали, на каком расстоянии я держу ноги в туалете. Теперь иду в ванную. Если у вас желтые или гнилые зубы, я знаю выход. Новая паста «Баланс белого» поможет вашим зубам выровняться и быть белыми. Закажите на сайте с моим промокодом пасту «Баланс белого» и получите скидку. «Баланс белого» и пусть весь мир завидует. Если что, это не реклама, мне ничего не платили. Конечно, в отличие от всех вас, я питаюсь правильно. Люблю хумус, брокколи и соевое молоко. Но это все не закончилось, буду есть овсянку. Вообще-то я не на диете, просто я обожаю безвкусные каши. Это очень вкусно, могу съесть килограмм, попробуйте. Я люблю папайю, маракую и манго, но они у меня тоже закончились, возьму яблоко. Я люблю фрукты. Завариваю зеленый чай, это детокс для моего организма. Еще круче, если там есть цветные чаинки. Так смотрится ярче на фоточках. Обязательно делаю фотку для Инстаграма. Пусть все знают, что я в тренде и ем только то, что скажут другие блогеры. Вкусняшка. Блин, что это за красная штука горит? Демот, я не выключила камеру. Ну ничего, я все вырежу. Вот бы вырезать еще мои лишние килограммы. Теперь мне пора делать макияж. Начинаю с подготовки кожи. Первый этап — мицеллярная вода. Она очистит и увлажнит ее. Дальше тоник для подтяжки лица. Дальше крем от кругов под глазами. Молочко, лосьон для кожи, скраб, гамаш, дренаж. И в конце обязательно серум для лица, что бы это ни значило. Ну что, время макияжа? Я совсем немного подкрасила ресницы тушью. Ведь природа наградила меня пушистыми ресничками. Контуринга много не бывает. Я беру самый темный оттенок с палитры MAC, которую я заказывала через Америку на AliExpress, и делаю черточки на щечках, потому что это сейчас модно. Осталось накрасить губы. Тут тоже чем больше, тем лучше. Просто получайте удовольствие от процесса. Вот видите, всего три продукта, и мой макияж готов. Теперь осталось выбрать аутфит. Зайду-ка я в паблик ВК, там точно что-то есть. Прическа, петелька, клетчатая рубашка, обтянутые ноги и странная банка из-под консервации с трубочкой. Все готово, я в тренде. Пора выходить. Ой, подождите, я же блогер, я нигде не работаю. Зачем я красилась, дурашка? Всем пока!